передайте этим патриотам, что обстоятельства моей семьи никого не касаются. Народный артист Анатолий Ромашин. Да здравствует его императорское величество. Как роль Николая II изменила его жизнь? У него был период такого вот перепутья. И при каких обстоятельствах сгорела дача, где за полгода до пожара погиб актер? Случайность или закономерность? Мы попытаемся разобраться. «Последний день» с Борисом Щербаковым. В среду в 19:40 на телеканале «Звезда».